Передайте ей это письмо. Это мой единственный способ хоть как-то с ней поговорить. На перекрестках новых дней ты станешь старше и мудрее. И, может быть, мою любовь поймешь. Теряя годы на бегу, я все сильнее тебя люблю. Тебя зову, но ты меня не ждешь. Разбросаны мы. Привет. По разным земным. Круто. Параллелям. А Света как? Про по разным не мирам и лентам судьбы. Где-то в толпе, под небом апреля, полюбят меня. Причем здесь глаза Света? Не твои. Причем здесь Света? На перекрестках новых дней. Ой, а вот ты станешь старше и мудрее. И, может быть, мою любовь поймешь. Теряя годы на бегу, я все сильнее тебя люблю. Тебя зову, но ты меня не ждешь. Твой голос летит. Я хочу поговорить с Ольгой Андреевной. И сердце сжимает. Не надо найти Свету, чего бы мне это ни стоило. Если не найду сам, мою значит, найду тишину еще. Заполнит до дна. Другая любовь и нежность другая. Я, например, перестану докучать тебе вопросом, что почему ты меня бросила тобой, и ушла к другому мужчине. Но не для я меня. Не поэтому тебя... Я вообще тебя не бросала. На перекрестках новых дней ты станешь старше и мудрее. И, может быть, Света, мою любовь друг поймет. Да можем. Можем мы без друга. Теряя годы на бегу, я все сильнее тебя люблю. Тебя зову. Свет, я не хочу тебя больше терять. Не ждем. Никогда. Кирилл, мне пора.